Сдать зачет по вязке морских узлов, выучить название снастей и даже научиться с ними обращаться – все это сегодня удалось третьеклассникам из 9-й сочинской школы. Ребят по традиции пригласили на экскурсию в парусный центр. Школьники путешествовали по станциям, на каждой из которых им рассказывали и показывали, что такое парусный спорт. Мне больше понравилось, какие катера разные такие. У них разные все есть в больших катерах. Мне понравилась яхта «Уралочка», потому что в ней есть много вещей. Стиральная машина, холодильник, много еды в ней может поместиться и много людей. И еще мне яхта «Радуга» понравилась. Она проплывает целый свет, может проплыть. Нужно уметь плавать, отжиматься, подтягиваться. Ты это умеешь делать? Приняли участие в экскурсии и воспитанники парусного центра. Ребята, не намного старше гостей спортшколы, показали, как они уже научились выходить в море под парусом. Конечно, у нас есть очень большая уверенность в том, что после этого общения в нашей школе прибудет занимающихся. И мы, конечно, вот с 9-летнего возраста как нельзя лучше начинать заниматься парусным спортом. И мы готовы передать ребятишкам и научить их уважать море, уважать природу. Тех, кто сегодня пришел в парусный центр на экскурсию, ждут на занятия уже в новом учебном году. Так что у ребят есть время подготовиться. Ведь чтобы заниматься парусным спортом, нужно обязательно хорошо уметь плавать и иметь отличную физическую подготовку. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.